Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купринов Плей, мы продолжаем бродить по городу в игре под названием Амонтас, или Монтас, или может это французское, Жебурле или Монтас какой-нибудь, что-то типа того. Как мы помним в прошлый раз, мы все с вами дико обосрались от этого, тут я думал опять мужик, или что-то типа того. А в этот раз мы не будем обсираться, потому что нам всего лишь надо прогуляться по крыше. Посмотреть, удостовериться, что здесь ничего нет. Нет, здесь что-то есть, сука. Здесь есть другой проход. Выход на другую территорию. Так, здесь музыка заиграла. Возможно, это какой-то новый уровень. А здесь чего? А здесь везде музыка заиграла. Вон оно что. А здесь спуск, в принципе, туда же. Ну, давайте спустимся, посмотрим. Просто взглянем еще раз на большой памятник с другого ракурса. Ну, здесь ничего нет. Хорошо. Пойдемте туда. Ну, иди нормально. Эта игра дико не оптимизирована, потому что она вроде как и говно говном по графике-то. Ничего особо примечательного здесь нет. Но она на всех этих дымах, вот этих всех, она начинает дико тормозить. Так, здесь лестница сломана. А, понял. Она начинает подлагивать. Это на самом деле нехорошо. Ну, в принципе, для альфы неплохо. Одним только своим амом она уже заслужила у меня доверие. Откройте. О! Отлично. Посмотрим с вами на текстурки из Сигатакая. Кто не помнит, что это такое, это какой-то китайский или японский слендер. Кто его не смотрел, обязательно надо посмотреть, потому что это дико страшная игра. Мы там с вами бродили по каким-то таким же вот местам. И, собственно, так мы и не выиграли, по-моему. Так, а канистра есть у меня? А, они здесь, наверное, не под... Интересно, пиздец. Че ты тут высматривал, кем бы ты ни был, друган? Я не знаю, что он там пытался высмотреть, но наверняка ему это очень нравилось. Так, нам сюда. Хорошо, пойдем. Он очень грубо дышит, этот чувак. Меня это прям напрягает, серьезно. Да ну! Да ты чё? Ха, прикинь! Это мы с вами просто тупо... О, вот, тут дырочка есть, ёптвою мать. Прогулялись, так сказать, по дому. Можно было и тут спустить. А здесь ничего нет. А лестница есть? Какая-то водонапорная башня. И все? Это все, что вы можете нам предложить здесь? Никакой дырочки в решетке здесь нет? Нет, ты представляешь, здесь ничего нет. Ну, хорошо. Тогда... Что-то погода, по-моему, ухудшается. Это плохо. Может быть, спуститься тут? Давайте попробуем. Ну, он, скорее всего, помрет, но мы попробуем. Да, он помер. То есть, когда он падает в, я так понял, канализации со всей хуйни, он помирает. Гениально. А, нет! А, мы что-то все-таки играем за бомжа, я так понимаю, если нас пробуждают на матрасе. Не исключено. Так, это выход. Выход к мужику. Это радио. Это, я так понимаю, наша хата? Ой, у нас же даже холодильник есть с морозилкой, правда, там нет нихуя. Ебать, там монстр! Монстр там, ты видел? Нет, там монстр! Выпустите! И нахуй мне туда выходить, если там монстр? Подождите-ка. Я застрял. Не застрял, я выжил. Я молодец. Какие-то пауки, блядь, лазят. Или это листочки такие, или что это вообще происходит? Я немного не понимаю. Ну хорошо, если нас завели обратно сюда же, значит, наверное, обратно туда же. Я сейчас немножечко действительно заблудился. Вроде как мы везде с вами проходили, а ничего путного-то нет. Это открывается же дверь-то у нас? Она же открывается, я же из нее выходил. В чем прикол-то? Нет, ну окей, пойдемте еще раз туда сходим. Опа. А вот все, понял, я должен должен сыграть за Карлсона и залезть сюда. Поездили. Точно, прыгай вниз. Давай, ёбаный Дед Мороз. Сейчас жопу зажаришь, давай быстрей. И чё? Твою ж мать, опять проиграл, сука, ну ладно.
Пойдем еще раз. Непонятно. Непонятно немножечко, совсем не пизды. А может быть, мы совсем не в ту часть города пришли? Нам надо в какую-то другую часть города сходить? Не знаю, давайте попробуем. То есть в Карлсона мы с вами играть не умеем. Это мы с вами поняли прекрасно. А вниз туда спуститься... Че ты, блядь, застреваешь? Вниз туда спуститься тоже не вариант. Оу, воу, воу, воу! Я тебе не говорил, прыгай вниз, дятел. Я говорил, что вниз спуститься не вариант. А он меня не дослушал, понимаешь? Он не дослушал меня и убежал вниз. Ну хорошо, пойдем. Попробуем. Может быть, мы там в доме что-то неправильно сделали и как-то неправильно исследовали. У нас есть ключ, кстати говоря. У нас есть ключ от чего-то. И бутылка чего-то. А, у нас еще нет ключа. А, мы, наверное, им воспользовались, когда выходили через широкую дверь. Может быть и так, не знаю. Сейчас мы это выясним. Так, чувак, тебе не надо про... Тут тараканы, блядь, везде ползают. Чувак, тебе не надо выходить? Заходи. Так, внизу. Внизу у нас ничего нет. Внизу у нас какая-то замкнутая комната. В принципе, мы здесь ничего сделать не можем. Какие-то ворота, тут футбол играл. Ну, не знаю. Внезапный звонок прервал наш эфир. Но это ничего страшного. Потому что мы продолжаем, в конце-то концов. Пропустите меня куда-нибудь, ребята. Ребята, люди, выпустите меня, пожалуйста. Скажите мне, укажите верный путь. Дайте какую-нибудь... подсказку. Куда идти-то? А, вот сюда вот может. Нет. Нет, закрыто. Ну хорошо, пойдем назад на выход. Так я не понимаю, это та дверь-то или не та? Чё-то я вообще не вкурю. Зачем эта дырка нужна, я тоже не вкурю. Может, здесь как-то где-то выбраться можно? Здесь играет музыка, это значит все, значит, я иду правильно. А может быть, это нихуя не значит. Здесь два варианта. И третий вариант, то, что мы блуждаем совсем не там, где нам надо. Ну хорошо, ну спустимся мы вот здесь вот. Здесь мы попадем как бы в нашу квартиру, правильно я понимаю? Тут памятник. Тихо! Молодец. Жив, 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 умничка. Я так понимаю, надо идти назад. Ну хорошо, давайте быстренько это сделаем. Хотя вот еще какая-то лестница. А куда она? А, она чтобы тупо... Да что-то у меня, блядь, таракан какие-то по экрану лазят. Ты куда? Блять, здесь можно и не умирать, что ли? Чё-то я ничего, подожди, не пойму. Ну, не, давай-ка не лагай. Как-то надо здесь спрыгнуть, наверное. А-а-а, нихуя ж себе. Ты посмотри на это. Прыгай. Спрыгивай, чувак. Во! Блять, там мужик какой-то. А, это вода! Вон оно чё, еще мы что-то с вами открыли. Мы с вами открыли канализацию. Какой-то лабиринт канализационный мы с вами открыли. Так, ну здесь тупик, ладно, хуй с ним. Здесь есть поворот где-то. Я надеюсь, тот мужик меня не догонит, пока я брожу по канализации. Потому что если меня догонит, мне кажется, я проиграю. А я не хочу проигрывать немножечко. Ну как немножечко, я вообще не хочу проиграть. А, блядь, там кто-то идет! Смотри, какой здоровый. Мы с вами плавно переместились из Монтаса в Ваниш. Если кто-то помнит и такую игру. В Ваниш мы тоже с вами ходили по канализации, пытались спрятаться от не пойми какого-то ублюдка, который постоянно набегал на нас, и на него нельзя было смотреть. А, нет, на него не то, что нельзя было смотреть, на него вообще нельзя было на него попадаться. А когда он на тебя смотрит, ты, по-моему, то ли с ума сходишь, то ли умираешь, то ли что-то типа того, я не помню, если честно. Так, это мы по кругу прогулялись, правильно я понял? Или нет? Пойдем сюда сходим. Нет, судя по всему, мы не по кругу прогулялись.
Я что-то вообще, короче, уже потерял нить сюжета. Она вообще здесь была, как бы, кто-нибудь в курсе, нет? Была ли здесь хотя бы пятая часть из какого-то здравого смысла или еще чего-нибудь? Я, конечно, не уверен в этом, но возможно. Разработчики хотели донести до нас что-то скрытое, что-то большее, чем просто блуждение по канализации. Чё, блядь, за таракан-то по мне ползает, я не пойму, чё за херня-то? Ну это все оправдывает, если я играю за бомжа. Сука! Кто это, блядь? Ты дашь пройти мне, чувак? Сука, не даст. Ну ладно. Я опять очнулся там же. Хорошо. А, мы же с вами просто хотели куда-то сходить. Но потом провалились внезапно в колодец. И это было не очень хорошо. Давайте еще раз, по-моему, провалиться. Где тут лестница? С какой она стороны вообще? Воу! Вот. Вот, отлично. Хорошо, мы пошли в прошлый раз туда, нам надо вот сюда. А там решетка. Правильно я понимаю? Здесь нет нигде поворота другого. А, нет, в прошлый раз мы сюда с вами... Сюда и пошли, сейчас быстренько добежим. А, там мужик. Чё, блядь, мы добежим, там же мужик. Там толку-то, делать нечего. В принципе, поверху побродить. А, поверху, по-моему, тоже без толку бродить. Ты можешь запрыгнуть наверх? Нет, он то ли может, то ли не может. Что-то я нихуя не пойму. Может быть, можно все-таки? Вот, он залез на крышу как-то. А там все равно все закрыто. Ладно, пойдем в эту сторону. Вот, вот в эту сторону мы с вами не ходили. Тут стоит мужик тоже. Он тоже не дает мне пройти. Он мне что-то показывает, типа, не хуй ко мне. Еба! Беги! Беги! Беги быстрее! Беги, 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 беги! Наверх, 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 наверх. Ты ебаный трактор. Посмотри на него. И чё ты пришел? Бля, надо... Давай, пока. А теперь валим быстро в ту сторону. Быстрей! Он назад уезжает? Наебали, наебали, дурака. На четыре кулака. А, тупик! Нет! Нет! Да, сука, тупик. Ладно. Короче, канализация это не для нас. Надо срочно отсюда проваливать. Где этот, блядь, наркоман трещоточный? Чувак, ты куда едешь-то? Возьми меня с собой. Куда вот он? Это какой-то баг, что ли, или что? Чувак, ты куда? Здорово! Увиделись уже сегодня. А может это один и тот же чувак, который в прошлый раз меня там поймал? Давайте сбегаем, прогуляемся. Все, он встал. Точно, это, наверное, один. Он всего один на всю эту игру, и он пытается меня постоянно поймать. Но теперь мы его, короче, обманули. И там его теперь нет. Так, нам сюда. Там его теперь нет. А если он там есть, то мы все равно быстренько умрем, короче, и так будет быстрее. И тогда пойдем по городу бродить искать. Нет, сука, нет, это разные лестницы, я понял. Эта лестница выведет нас куда-то в другое место. Точно, полезли. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Да, она вывела нас к вагону. Зачем-то. Зачем? Зачем она вывела нас к вагону? Затем, чтобы мы смогли залезть на вагон и пойти другим путем, потому что другой путь... Мы с вами какой-то один не обошли путь по крыше. Так, у нас нет ключа. Подождите. Ключ-то мы здесь брали или нет? Блять! Нет ключа! Вот сейчас будет опять. Не будет. Гениально. Все, отлично. Теперь у нас должна где-то быть закрытая дверь, которую мы сможем открыть с помощью ключа. Только вот где она? Я не знаю. Ладно, побежали этим же путем. Очень быстро. Он, кстати, сдох. Он не может быстро бегать. Пойдемте попробуем. Та-ра-рам. Та-ра-рам.
Парам-пам-пам-пам-пам. Игра становится довольно-таки веселой, если уж на то пошло. Нас начинают пугать какими-то мужиками непонятными. Вот еще вход. А, так мы сюда заходили уже. Нет! Нет, сука, мы тут не были! Открой! Открой! Чувак, открой дверь. Так, подожди, мы же здесь не были. Нихуя себе. Чё-то новенькое. Чё это ещё? Ебать, бежим, бежим, блядь, быстрее выбегай. Нет, стой, отстань от меня, уйди. Кто это? Кто ты? Ебать! Ай! Иди на улицу, иди погуляй. Это тот же мужик, только в платье. Надо как-то мимо него пройти. Только как это сделать? Блядь. На бутылку. Ебани пивка. Как его обмануть? Подожди, можно же как-то ее обмануть по-любому. Иди, иди, иди сюда. Ай, нет, поймала меня, беги. Умрет сейчас. Нихуя не умрет. Чё ж делать тогда? Что-то я вообще ничего не понял. Ключа у нас с вами нет теперь. За ключом надо будет возвращаться. Вот эта дверь. Блять, может от нее ключ-то? Давайте попробуем. Как-то быстренько сгонять. Взять ключ. И вернуться сюда. Давайте. Поехали. Оп. Хорош. Так, нам в какую сторону? В эту. Да, нам в эту. Там у нас стоит трещоточник. Бля, теперь он стоит тут. Ты посмотри на него. Игра, короче, не перезаружается. Подожди, у нас есть ключ-то. Блять, он у нас есть! А, нам все равно в ту сторону. Хорошо, пойдем. Нам в любом случае туда надо. Только я не понимаю, тогда зачем нам туда надо? Если там какая-то хуета ползает, непонятная какая-то невеста, которая, может быть, ей спеть песню Мумитроли, я пойду и скажу, как же тебе повезло, моей невесте. А завтра мы идем тратить все свои, все твои деньги вместе. И она такая, ух ты, ух ты, и пропустит меня, возможно, вполне. Я вот не помню, у нас здесь было раздвоение на несколько путей или на один. Потому что в одной-то дырке нас поджидает мужик, с которым... Вот еще дорога, бля, вот эту дорогу я не видел. Вот, да! Вылази. Вылази, сука. Вылези! Есть! Ха-ха! Есть, да! Отлично. Все правильно? Там еще одна лестница. Да. Фу, бля. Вот, замечательно. Мы с вами еще куда-то добрались. Просто красавцы мы с вами. Просто, ух, молодцы. Да вылези, блядь, уже. А это не самое ли начало-то? Что-то он бегать совсем разучился. Или может он ноги себе сломал? Не знаю. Но здесь есть дверь с ручкой, возможно, к ней подойдет ключ. Точно, она еще и с глазком. Чего? Откройте. Откройте дверь. Там кто-то что-то говорит, я вам отвечаю. Во! В конце! Че в конце? У меня ключ есть. Используй ключ. Используй ключ, чувак. Эй, я пришел, верните меня домой. Так, ну хорошо, ладно. Может быть, в другом месте? Но мне кажется, это конечный пункт. Почему-то. Там как-то слишком хорошо прорисован дверной замок. А может быть и нет.
Тем более, вон там еще одна дверь. Пойдем попробуем туда сходить. Я немножко вообще не понял сюжета и смысла этой игры, если честно. Может быть, он тут, конечно, есть. Но я его не понял. Че там такое? Мы там были, нет? Чего? Ты чё, блядь, сам ты шагаешь? Ты дебил, что совсем? Чего? Мне кто-то говорит, иди. Иди, Райт, иди правильно. В конце. В каком, блядь, конце? Фармасео. Бразильцы, бразильцы! Опять бразильцы, что ли, наделали? Бразильцы могут, мы знаем. Чего, эй? Сейчас дам тебе, эй. Бразильцы могут, мы знаем. Пописаделла еще никак мы с вами не успели. Трусы-то постирать после нее. Блять, как использовать предметы? Контроли. Use, left click. Ну я использую, вот, left click тебе, пожалуйста. Только он не использует что-то нихуя. А, его взять можно. Во! Точно! Нихера себе! Вон оно как. У-у-у, неплохо. Замечательно, я бы даже сказал. Ладно. И что нам это дает? Это же нам что-то дает? Мы куда-то с вами пришли, наверное? Дверь? Или не дверь? Самванцео. Опять говорят, что Самванцео, походу, это не туда. Окей, я понял. Самванцео опять сейчас скажут? Ладно, пойдем в другую сторону. Он бегать разучился. Вы заметили, как он медленно ходит? Самванцео. Опять Самванцео, сука. Скоро бразильский с вами выучим. Будем с вами не только филигранно владеть английским языком, но еще и бразильским. Во. Правильно. Используй. Нет. Чё нет-то? Ну вот же ключ. Бля, как я в прошлый раз это использовал. Ай, как же это сложно. Самванцео говорит неправильно. Хорошо, пойдем сюда. А здесь, наверное, это ёбаная невеста. Нет, здесь ничего нет. Окей, пойдем дальше. Там вон либо свет, либо чьи-то глаза, я немножко не понимаю. Во! Нашел выход. Хорош. Да ну, да ты чё, блядь, мы здесь уже были. Сука. Хуи. Уходи. Мне говорят, уходи. Лифт, лифт. Туда-то мы чё, пойдем, нет? Здесь тоже есть дверь. Она должна открываться этим ключом. А может и не должна. Кто-то сказал сейчас... Это значит, здесь что-то есть. Я все, я, короче, потерялся, я растерялся, я не знаю, что делать дальше. Серьезно. Может, я неправильно использую ключ? Бля, опять эта невеста пришла. Да что ж ты будешь делать? Он застрял. Да я! Короче, ребятушки, я предлагаю на этом закончить эту серию. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик ВКонтакте, на Твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующей серии, потому что что-то началось невообразимое. Игра из какого-то брождения превратилась в полнейшую, страшнейшую и наипиздейшую какую-то беспредельщину. Все, ребятушки, до встречи в следующих видео. Всем в следующей серии, говорю, вот, всем пока.
Окей. А, мной командуют, это вообще хорошо. А, куда дальше? Куда дальше, чувак, командуй. Финак, ты на месте, иди в переулок, чтобы попасть в здание. Сюда? Окей.